Бёрпи – это лучшее упражнение для всего тела. Оно включает в работу все мышцы, мгновенно поднимает пульс и позволяет сжечь огромное количество калорий. На одно бёрпи затрачивается примерно 1500 килокалорий. Предлагаем вам 3 уровня сложности этого упражнения. Первый уровень – начальный. Быстрым шагом, без прыжка, примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Опустите колени на пол и выполните отжимания, сгибая локти назад. При этом тело от колен до макушки должно представлять собой ровную линию. Выполните шаг стопами к ладоням и сделайте прыжок вверх. Второй уровень – средний. С помощью прыжка примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. При этом ваше тело – ровная линия, от пяток до макушки. Опирайтесь на колени перед подъемом. Прыжком перенесите стопы к ладоням и выполните еще один прыжок вверх. Третий уровень – профи. С помощью прыжка примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. Ваше тело должно представлять собой ровную линию от пяток до макушки. Поднимите себя вверх, разгибая локти, но не провисая в плечевых суставах. И прыжком перенесите стопы к ладоням. Затем выпрыгните вверх, максимально подтягивая колени к груди. Начните выполнять по 10 бёрпи в день и постепенно увеличивайте их количество. Также экспериментируйте с уровнем сложности. После выполнения этого упражнения ваш метаболизм будет работать намного активнее в течение всего дня. Делайте бёрпи и будьте в форме!